Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Не смей, сволочь, перематывать это видео. Да, во-первых, конечно же, поставь лайк, во-вторых, у нас сегодня эксперимент. Мне хотелось бы посмотреть, вообще набирают ли просмотры и какую-то активность роллинги созвездий. Вот мне лично очень интересно, потому что сейчас созвездие ролить стало очень дорого. Я вот просто на днях взял 10 тысяч самосветов, профукал и так ничего не выбил, и даже не заметил, как они улетели. Кто видел стрим, те могли с меня посмеяться. Вот мне хочется посмотреть, ежели все-таки это просмотрено будет набирать какую-то активность, лайки и так далее, то может быть, если будут какие-то заявки, я тогда буду записывать видео и с роллингом созвездий. Далее, еще какой пункт. Хотелось бы выразить благодарность ребятам, кто поддерживает постоянно мой канал лайком, там, донатиком, спонсорской подпиской. И вот маленький такой секретик, это видео записывается во время закрытого стрима для спонсоров. Не думайте, что если вы станете спонсором, то будет очень много закрытых стримов, а если они и будут, то они будут интересны, это не так. Обычно они скучные, и на них сидит мало народу, но, по крайней мере, можно задать мне любой вопросик. И я даже как-то перестал эти закрытые стримы делать по той причине, что, ну, скучно и народу мало. Вот. Ну, может быть, почаще буду хотя бы во время записи видосов делать. Так что некоторые смотрят прям онлайн. Ну, вот как я все это дело буду сейчас ковырять и записывать. Ладно, давай. Надеюсь, ты пельмешки заварил. Надеюсь, ты чаек себе в тарелку наложил. Сметанкой сверху там зафигачил. И все будет у нас с тобой хорошо. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Бондаренко. 476 тысяч самоцветов. Нет, я уже путаюсь. 476 тысяч силы. 252 тысячи самоцветов. Сразу видно, бездонатный аккаунт. По-любому, просто вот зуб даю свой кривой. Аня, а ну как бы, хотя смотрите, я не знаю, это он, что, какую часть из этих самов он копил, какую часть именно задонатил, но тем не менее это достаточно интересно. Все-таки донатик 285 тысяч самов и говняного героя под названием Разрушитель он не забрал. Мы еще взяли, ведьму выбили. Ладно. А, так, далее. Что хотелось бы посмотреть на этом аккаунте? Можете сразу в комментариях бомбить о том, что здесь только два строителя. Вы это любите делать. А, далее. Что еще хотелось бы посмотреть? Посмотреть, в какой гильдии находится игрок. А он находится в гильдии под названием Нора. Но вы смотрите место в топе. Потому что, вот я не знаю, как вы хотите развивать гильдии, когда вы в название добавляете какие-то сложные символы, которые, ну, мягко говоря, 99% людей просто не смогут в поиске вбить этот символ. Вот тут помимо Норы, тут еще вот какой-то символ непонятный. Я не думаю, что это битва замков заключила. В любом случае, если хотите вступить в гильдию, ищите вот по топчику, да, 601 место. БГ обязательно, вот, вступать, собеседование проходить через Viber. Что по аккаунту? Раз у нас тут такое что-то интересное, непонятное, донатное, недонатное. 250 тысяч самов. Ну, смотрите, Розалинда есть. Кровавый Мэри нету. Космо есть. Дальше Зефирик, Трифит. Трифит, понятно, Королева Ос, окей. Ну, Леди Божество. Полярный Лис есть, да? Вот мы ему, кстати, сегодня и созвездие будем ролить. Оккультист. Ну, по героям, я вам скажу, что здесь все неплохо, да? То есть, если здесь и донатились самоцветы, то они донатились не просто так от балды, а именно для того, чтобы достать, выбрать каких-то нужных героев. Потому что, в принципе, все для комфортной игры тут присутствует. Ну, окей. У меня есть список, составленный от моего подписчика. Вот эти варианты, типа, князь, пароль мне созвездие, пароль мне таланты. Вот, подумай, посмотри, как лучше будет. Нет, вот с такими просьбами ко мне не лезьте. Я устал, я не хочу переживать, я не хочу брать на себя никакую ответственность. Если вы четко знаете, что и кому вы хотите поставить, тогда еще можно ко мне обратиться. Но талантики я, наверное, вряд ли буду ролить. Вот, далее. У меня есть список, и в нем реально много героев. Вы можете Саша даже... Саша мне письма не слал. Он самый красивый, кстати. Письку обычно Сафон отправляет. О, это голос из глубины был.
Это у нас всем хай, 50 рублей, YouTube привет. Ну, YouTube привет, а вам спасибо за донатики, кто смотрит это видео в прямом эфире, короче, сдвиг сознания. Не суть, спасибочки большое. Летим дальше. Что у нас получается? Список героев, которым мы должны паролить созвездие, очень большой. Но созвездие, ну, не только я заметил. В последнее время созвездие стало ролить очень дорого. И на бездонатных аккаунтах, да, даже многие перестали ролить героев, а ролят созвездие. Потому что герои без созвездия, ну, это грусть, печаль и тоска, даже если герой крутой. По факту нам здесь нужно, смотрите, мы не все самоцветы будем тратить, мы будем тратить 200 тысяч. Вот, 50 оставим, как бы. Смотрите, 200 тысяч самоцветов. На эти 200 тысяч самоцветов нам нужно выбить созвездие. Полярному лису уклон, Зефирику уклон, Барт уклон, Фрея уклон, Ворожей уклон, Землеройка точность, Фрэнки точность, Фобос уклон. И как бы я не думаю, что этой суммы хватит, чтобы вот всем и все взять и выбить. Если будут еще самые пароли шуклона культисту, фениксу и космо. Короче, вы можете ставить паузу в этом видео и писать в комментариях о том, что, блин, елки-палки, князь, тебе не хватит самоцветов. Ну, по крайней мере, ладно, там, на культисты и феникса и космо, я думаю, точно не хватит созвездия. А вот на первых, там, раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8. Да, я думаю, на 8 героев не хватит. Ну, окей. Погнали. Хватит балаболить. Усаживаемся. Начинаем. Начинаем ролить созвездие непосредственно. У нас есть смена созвездия. Да, у нас есть скидка. Вот. Ну, эти скидки беспонтовые, особенно из-за этого ограничения времени. Ладно, так. Сюда заходим. Снаряжение. Вот. Полярный лис. Ну, понятное дело, самый крутой герой. Потому мы переходим и будем пытаться выбить здесь именно созвездие, а здесь мы будем выбивать уклон. Так, и опять же, да, может кто не понял, весь выбор по созвездиям сделал заранее подписчик. Я просто выполняю функцию. Функцию пальца с мозолью. Полетели. Так, тут нету, да? Все, давай. За 120. Так, окей. Ага, так, секундочку. Так, порядок, переместим Саша, это вниз. Он самый красивый, кстати. Да ёлки-палки. Хватит вам с этими письками. Спасибо за донатик. Потом все обязательно прочитаю. Письки, письки, письки. Господи, сколько можно? Вот, спасибочки. Так, у землеройки точность 100% автоматом. А до землеройки, кстати говоря, землеройка точность. Ну да, я не понимаю, зачем он тогда землеройки хочет точность. Но еще не факт, что мы дойдем до землеройки, так что успокойтесь. Когда дойдем до землеройки, тогда будем думать. Пока что мы уклонение выбиваем непосредственно. Непосредственно. Непосредственно лисе. Так, и должно остаться, короче, ну, 50 с плюсом тысяч. Ой, сейчас главное, чтобы глаза не трахались. Вот смотри, на зло падает точность. Вот он прям как чувствует, какой нам уклон надо, ну, какое созвездие мы хотим выбить. Именно то созвездие он не дает. Так. Кстати говоря, да, землеройка здесь не в первую очередь. Идем дальше. Господи, не дай бог, я возьму сейчас пятый уклон по запаре пропущу. И вы же меня просто сожрете в комментариях. Так, окей. Идем дальше. Так. Ну, слушай, ну что-то как-то не очень. Давай уже. У нас такое будет долгое видео, вот реально, под чаепитие. Так, ну вы все видите на своих экранах. Ой, уже 9 минут видео длится. Уже 9 минут, божечки. Так, давай уклон. Эй-гей! Эй-гей! Ну как, ну, вот слушай, мы сейчас, мне, знаешь, такое чувство, сейчас 200 тысяч... А причем, знаете, нам не просто надо собирать, а нам по 5 надо, да?
собирать. И у меня такое чувство, сейчас эти 200 тысяч улетят там на одного-двух героев, и это будет просто убер-фейл. Давай, ну где, ну чё ты? Ну ёлки-палки. Точность, смотри, по 2/5 точности. По 2/5 точности падает, но она не нужна. Почему уклон так не падает? Вот просто точность не нужна, все, накидывает точность. Мы бы уже точность собрали, хотя нет. Если бы мы собирали точность, то рандом почувствовал бы. Вот, что как бы мы точность собираем. И все, и до свидули. Ладно, так, уклонение не то. Так, короче, ну что это? Ну где? Ну, мы, правда, еще, конечно, и много самоцветов не потратили, но, тем не менее, жесть какая-то. Я уже даже не обращаю внимания, да, то, что там падает точность. Где уклон? Что это за издевательство? Саша, рандом. Письки не слал. Да хватит с этими письками. Он самый красивый, кстати. Письку обычно Сафон отправляет. Во-во. Короче, ребятушки, спасибочки за донатики. Я их обязательно после того, как запишу видео, зачитаю. Вот. Это, я думаю, те люди, которые будут смотреть... О, уклон пятый. А то, я думаю, те люди, которые будут смотреть видео, они будут сильно бомбить. Вот, хотя, с другой стороны... Я помню тоже так вот записывал видос и на стриме для спонсоров и не обращал внимания на донаты, ну, во время видоса. Вот, потому что, ну, понятно же, что спецом донатят, чтобы видео попасть. И в конечном итоге мне потом в комментариях тоже напихали в рот, типа, вот, зажрался даже на донаты, не обращаешь внимания. А если обращаю внимание, то потом начинается, типа, эй, ты, мы сюда пришли видео смотреть. Так, ну, как-то все очень грустно. Мы... Очень грустно, давай. Эй, эй. Эй, да, кстати, тут в чате пишут, что сила может подняться. Ну, сила, кстати, да, может подняться, но я не думаю, что на очень большую сумму. Так. Кто-то в чате пишет, что водочку пьет. Вы в комментариях напишите, что вы пьете. Так. Я ёлки-палки. Тоже ворвусь на видосянский. Саня, ты топчик. Ёлки-палки. Фанни Вульф, спасибочки тебе большущее, дружище. От души. А мы летим дальше. Спасибулечки, ребят. Вот. Я пока записываю видео. Больше доната собрал, чем вчера за целый стрим. Это так бывает. Вот просто две точности выпало. Вот реально две точности выпало. Пятых. Ну а что? А ну а почему бы и не да, да? Нам уклон нужен. Еще раз, ребят, напоминаю, за выбор. Ну типа, я не отвечаю за выбор хозяина по созвездиям. Вот он мне еще сказал, то я буду ролить. Единственное, что землеройки, наверное, точность не буду ролить. Но судя по тому, как херово падают созвездия, как дорого это все получается, мы до землеройки даже не дойдем. А, ёп. Это просто, мы просто, ну, знаете, когда-то в свое время, когда еще созвездия падали нормально, у меня была неудача. Я, если не ошибаюсь, выбивал Некроса. Было очень много самоцветов. Тогда донатные герои выходили там в лучшем случае раз в полгода. И чтобы их получить, нужно было 1040 рублей потратить. Вот. Тогда я вроде выбил Некроса и ролил ему уклонение. Вот тогда я, помню, орал, психовал, что ёлки-палки. О! Точность! Я орал, психовал, что ёлки-палки. Короче, 70 тысяч самоцветов я потратил на роллинг созвездий, уклонение Некроса. Это была тогда невероятная сумма. Сейчас, по нынешним меркам, мне кажется, что как бы типа можно 70 тысяч потратить и не заметить. И как бы сейчас это норма. А тогда для меня это был большой траур. Ну, потому что, ёлки-палки, 70 тысяч самоцветов. Так, давай. О, ну вот под конец что-то начало падать, окей. Ну, 10 тысяч самов потратили. Ну, я даже не знаю, как это оценивать. Давай.
Давай, давай, давай. Вот сейчас как бы, сейчас, сейчас если, если быстро упадет пятый уклон, то все хорошо. Если нет, то сумма потратится, мое почтение. Ну давай! Ну давай! Она точность падает, ей не впадло. А когда надо будет герою выбить точность, то фиг она будет падать. Просто по 400 самоцветов, ёлки-палки. Еще заданий больше не буду. Может быть, бугагашеньки. Ёлки-палки, Фанни Вульф, спасибочка тебе, дружище, от души. От души. Потом все прочитаю, а мы продолжаем. Так, закидали, ёлки-палки, донатами. Я даже не понимаю, что я делаю. Я видео записываю или стрим. Вот. Но ОБС глючит. Ты их, если у тебя в нескольких сценах где-то что-то есть... Вот, работает. А ты выбираешь сцену. Ну, короче, не могу эту фигню отключить. Да и не хочу. Вот, шучу. Оно просто странно, что ты на другой сцене. Да камон, ну где уклон? Третий уклон. Ты на другой сцене, а звук проигрывается с первой сцены. Ладно, не суть. Летим дальше. Давай уклон. Пятый. Вот сейчас уже как бы самоцветы просто тают на глазах, потому что уже по 450 ролим, вот четвертый уклон выбили. И опять же, сейчас разработчики забайтили на то, что тебе нужны именно пятые, да, уклоны. Может быть, если бы сейчас было, ну, месяца три назад, когда там еще не было обновления с дополнительными этими уклонами, а может уже полгода прошло, я что-то... Время летит незаметно в компании «Битвы замков», но не суть. Фишка заключается в том, что раньше можно было бы... Ай, ну и не падает пятая, не буду я с ума сходить, тратить, короче, огромное количество самоцветов. Ну, возьму, ну, четвертый упадет и норм. Я, чувак, не гордый, вот, обойдусь и четвертый. А потом как-нибудь в следующий раз, когда повезет, возьму и выбью пятую. А сейчас нет, будь добр, выбивай пятую, чтобы у тебя работало усиление, да, на чару. Ладно, смотри. Вот так вот, бац, и как бы, в принципе, по красоте мы выбили, потратили где-то 30 тысяч самоцветов. 30 тысяч самоцветов. Ну, кстати, можем сейчас, то можете писать в комментариях, сколько мы в среднем тратили на героя. Так, полярного лиса мы собрали, теперь зефирик. Зефирику тоже уклон. Ну, зефирику там всякое разное ставят, в зависимости... От желания, пристрастий, локаций, в которых он используется. Кому-то и точность ставится, кому-то ставится крит-удар. Ну, в плане зефириков. Здесь выбрали именно уклон. На моем зефирике тоже уклон. Снаряжение. Созвездие. Так, слушай, тут, конечно, интересно. Тут он себе точность собрал, но попросил выбивать именно уклон. Да, ну тут как бы нужен пятый уклон. Да... Божечки, грустно все. Ну ладно, полетели. Так, это у нас остается. Ну реально, вот зефирик уклон. Здесь точность выбита. Хорошо. Мое дело маленькое. Мне что написали, я то и делаю. Я расслабляюсь, трачу 200 тысяч самоцветов чужих. Точность. Вон, смотри, точность падает. Давай уклон уже. Уклон. Так, третий. Нам пятый нужен. Четвертый. Так, четвертый. Четвертый, понятно. Летим дальше. Второй. Вот сейчас первый будет долго не падать, наверное, да? Ну, в плане первый, пятый уклон. Давай, 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 давай. Вот обычно долго не падает вот самый первый пятый уклон, и потом последний, который уже за 450 ролится. Да давай ты, божечки. Точность падает, и нормально все. А уклон не падает. Издевательство какое-то. Издевательство. Издевательство. Так, второй уклон. Просто жесть. Эй, ты где? Давай. Уклон. Уклон. О!
Пятый пришел. Первая пятерка. Первая пятерка уклона. Летим дальше. О! Еще пять. О, смотрите. А все пошло уже по-быстрому. Все пошло по-быстрому, а потом за 450 снова будет... А потом будет все очень грустно. Нет, там, ребят, может, я башкой своей загораживал. Там не две пятые точности. Но если бы здесь было две пятые точности, тут уже по-любому бы надо было точность собирать. Было бы очень круто. Ладно, не суть. Так, два пятых уклона есть. Идем дальше, ребят. Не останавливаемся. Не останавливаемся. Продолжаем. Так. Ну что, сейчас тоже не будешь давать, да? Эй! Камон! Где пятые уклоны? Давай, где пятые уклоны? Эй! Ты где? Нету. Ты где? Мне еще нравится, там вот выпадет четвертый уклон, а в комментариях мне будут писать, что я пропустил пятый уклон. Так, ну хотя я и вправду могу пропустить пятый уклон, но зачастую мне там бывает написывают, вот ты там пропустил пятый уклон, потом начинаешь перепроверять видео, да, или стрим, а оказывается ты как бы, ну, четвертый пролистал, а как бы тебе четвертый-то и нафиг не нужен был. Самоцветов все меньше и меньше. Так, четвертый уклон. На это все не то. Просто, я не знаю, уклон. Ты чё? Ну, камон, давай уже, когда-нибудь. Выпади. Сколько можно? Ну, просто... Просто это все очень долго. Даже по времени уже надоедает. Йоу! Ты давай! Это же у нас реально видео, на самом деле, будет супер долго. Слушай, вообще это, наверное, для стрима надо было. Ну, ладно. Ну, попробуем выпустить, да, там, не знаю, 40-минутное видео. Так, четвертое уклонение. Все, просто... Ай, рандом испытывает нас на прочность, друзья. Рандом испытывает нас на прочность. Не, ну, может, кому-то нравятся такие длинные видео. Нет, не то. И это тоже не то. И это не то. Ну, камон, ну давай ты уже, а? Эй! Эй! Ты где? Ну, по идее, должно сейчас было быстро упасть, да? Пятый уклон. А сейчас нет, все, он уже после второго созвездия, он как бы он ушел в астрал. Ему плевать вообще. Я просто сижу, долблю. В глазах все сливается, все светится, все мигает, уже ничего не понимаешь. Тут реально можно пятый уклон пропустить. Ну просто, ну это жесть какая-то, смотри. Ну, хотя еще ролим, видишь, ролим еще по 165 самов. Ну, это типа куда ни шло, да? Четвертый уклон. Эй! Ну ты чё? Ну ты где? Просто жесть. Давай уже, а? Или типа, а, ну он ролит на Зефирике, пускай отдаст 100 тысяч самов за сбор созвездий Зефирику. Ну а тебя почему бы и нет, как говорится, да? Просто издевательство. Просто издевательство. Не, ну они реально шанс уменьшили. Раньше было... Вот. Раньше было круче. Раньше было круче. Раньше падало лучше. Трава была зеленее. Вот. Пиво было вкуснее. Ну где? Ну где? Аджи, что это такое? Аджи, это реально издевательство? Это реально какое-то издевательство. Давай дальше. Просто, ну сколько уже можно? Ну сколько уже можно? Ну уже двадцатку, походу, где-то самов потратили. На героя. Блядь, вот сейчас, знаешь, ты вот так вот ролишь без конца?
Вот. И как бы и все. Я уже реально сейчас переживаю. Я боюсь, что на автомате. Вот, две пятых точности разом упало. Знаешь, я уже боюсь, что я на автоматизме возьму пятый уклон, пропущу. А если учесть тот факт, что, ну, мягко скажем, падает это все дело не очень, да, то как бы будет мега обидно. По две пятой точности пятает, ну, как бы падает, ну, типа уклон, а зачем он нужен? Просто, а зачем он нужен, вот скажите, да? Да, кап-кап по 165 третий уклон. Нет, слушай, я не знаю, давай я перезагружу игру. Я не знаю, как еще. Как лучше поступить, потому что... Потому что это жестко. Потому что это жестко. В чате пишут, на Зефиру ушло 70 тысяч. Так, ну уже, да, по сути, около 20 тысяч потратили снаряжение. Даже по факту больше. На Зефирик, созвездие. Так, окей. Так, замочки стоят. Ну да, скидку-то, конечно же, фиг возьмешь. Она же супер продуманная GG. Не дай бог. Не дай бог, что-то сделают игроки дешевле, чем оно стоит. Зато гордо. Мы добавили скидки. О, ну аллилуйя. Не знаю, что это помогло, или перезагрузка игры, или что. Но теперь мы ролим пятый уклон за 200 самоцветов. Угу. Ну давай. Ну сейчас-то хоть быстро дай. О! Дал! Все, теперь за 450. Ну сейчас, конечно, пожелайте удачи. Сейчас пожелайте удачи. Ну, точность зато падает. Третий уклон. Я даже боюсь смотреть на самоцветы. Сколько там самоцветов осталось? Четвертый уклон упал. Пятая точность упала. Ой. Вот, ну, типа, я бы так оставил бы, на самом деле. Но мне сказано по 5 пятых уклонов. Ну, по 5 пятых созвездий нужно выбивать. Потому я, как бы, следую инструкциям. Потому что я думаю, вот эту точность дополнительную, да, что здесь выбито, он будет перероливать, потому что, ну, чтобы там тоже будет пытаться там выбить. О! Выбили! Крит-удар. Все. Уклонение выбили. Итого потратили... Слушай, ну где-то тоже около 30... Плюс-минус по 30 тысяч самоцветов сейчас на героя тратим. С вашего позволения попью. По 30 тысяч самоцветов на героя. Я. Окей. Не останавливаемся. Дальше у нас кто идет? После Зефирика у нас идет Бард. Барду нужен тоже уклон. Окей. Напоминаю, да, что у нас хозяин аккаунта определяет, кому какие созвездия. Так, созвездия. Так, окей. А здесь, смотрите, уже, да, выбито. Так, кто это? Точно же Бард, да? Я ж не туплю. То мало ли. Вот, ладно. Йоу, у нас снова разговоры про писем. Андрюха, 30 рублей, спасибочки тебе большущие. Ну, потом все зачитаю. Полетели дальше. Так. Ну, давай за 150. Пятый уклон, ловись. Крит удар пятый. О, точность, конечно же, выпадет точность. Не уклон, но точность-то надо обязательно, да? Точность-то нужна обязательно, ёлки-палки. Ладно, идем дальше. Точность-то нужна обязательно. Атака. Слушайте, а я, наверное, поборщил то, что это будет видео.
Надо было как бы... Не, ну я плевать, я выложу, даже если это будет часовое видео. Опа! Уклонение, замечательно. Я в любом случае выложу. Вот, но все-таки это, наверное, такое количество самоцветов на созвездии, это все-таки надо на стрим, потому что, ну, это очень долго все происходит. Ладно, так, первый уклон выбили, у нас уже, ну, скажем так, удача, удача в нашем кармане, идем дальше. Выбиваем уклон Барду. Точность, конечно, пятая падает, здесь точность не нужна, потому пятая точность будет падать. Но не уклон. Давай, 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 давай. Четвертый уклон, окей. Четвертый уклон, ну. Лол! Лол! Ну вы просто, вот вы просто на это посмотрите. 3/5 точности упало за один удар. Я вообще такого ни разу не помню. Просто 3/5 точности. 3/5 точности. А когда тебе нужна будет эта точность, хер она тебе когда-нибудь за один удар возьмет и упадет. Но это же просто. Это же просто жесть какая-то. Просто вот сейчас нажму кнопку и все. 3/5 точности пропадут. Ну и... Даже как бы можно было бы после такого, слушайте, ну тут судьба уже героя, типа точность поставить. Ну на Барде как бы точность, ну вообще до свидания полностью. Ну типа вообще не вариант. Ну потому именно сюда, наверное, 3/5 точности упало. Вон еще точность падает. А чё нет, когда можно, да? IGG. Чё нет-то, когда можно? Почему бы, как говорится, и не да? Почему бы, как говорится, и не да. Точность пятая. Пятая точность. А чё уклон? О! Я уже хотел перезагружать снова игру, но нет. Уклон все-таки выпал. Давай дальше. Сейчас верю, что он еще выпадет. Нет, четвертый. Давай, пятый уклон, приди. Пятый уклон, приди. Пятый уклон, приди. Давай, пятый уклон, приди. Я буду это повторять как манту. Понимаете? Я буду повторять это как мантру в этом видео. Ну давай, пятый уклон, приди. Пятый уклон, приди. Нет, это тут четвертый. Пятый уклон, приди. Точность зато пятая пришла. Твою ж дивизию. Пятый уклон, приди. 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 Пятый уклон. Второй уклон. Четвертый уклон. Ну давай, ну IGG, ну елки-палки, ну пожалуйста. Ну давай уже, а. Четвертый уклон. Жесть просто. Жесть. Ну нет, ну такого точно раньше не было. Нет, ну это ненормально. Это ненормально. Ты слышишь, IGG? Это ненормально. Саня, выпей кофейку, расслабься. Ага. Поменяй голосовое сопровождение донатов. Спасибо тебе, дружище большущий, за донатик. Не, у меня чаёк, кофеёк я после видео, наверное, выпью. Хотя, знаете, после этого видео, ну вот, ребята, после этого видео надо, походу, реально там что-то горячительное пить, потому что, ну, это жесть. Особенно, я думаю, хозяин будет... Хозяин с горя напьется, когда увидит, сколько самоцветов тратится на уклон, когда этот видос выйдет через пару дней. Еще раз спасибо, ребят, за поддержку. Летим дальше. Давай. Ну, давай. Нет, эту херню надо перезагрузить. Эту херню надо перезагрузить, друзья. Потому что это...
Это жесть какая-то. Саша полная. Ёлки-палки, у нас разговоры снова про писю. Письку обычно Сафоник. Баланс дело тонкое, 30 рублей. Спасибочки, спасибочки. Я все обязательно зачитаю после этого видео. Бу-бум. Так, идем, летим. 180 тысяч самоцветов остается. Ну, хотя 120 тысяч нам... Нет. Ой. 130 тысяч по факту остается нам на роллинг. Ладно. Снаряжение, судьба, руны. Так, снаряжение. Давай, созвездие. Так, стой. Подожди, это я там на кого зашел? А, это дуэлянт. Я уже все, я уже наложил там прям. Думаю, блин, кому же я там созвездие тогда ролил-то, а? Ну, хранитель леса, как бы, ну, нужно поменять, наверное, барду. Скажем так, мягко. Вот. Летим, летим, ребята, давай. 165. Ой. Самоцветов, и мы не выбиваем пятую клон. Да какая же это жесть. Какая же это жесть. Ну, по факту мы... Сколько уже потратили? Мы потратили это сколько? 20. Мы 70 тысяч самоцветов потратили, а собрали пока что только двух героев. 70 тысяч самоцветов потратили, а собрали только двух героев. Точность падает. Ну, а чё бы ей не падать? Ну, а чё бы ей не падать, когда можно, да, GG? Чё бы шанс не уменьшить на созвездие, когда можно, да, GG? А чё? Игроки схавают. Будут последние самоцветы ролить. Жесть просто. Ну где пятый уклон? Четвёртый выпал, третий выпал. Но не пятый. А ещё ему плевать, да? Что, заглючило или что? Окей. О, господи. Четвертый, третий. Ну, жесть, жесть. Они, понимаете, они даже повторяются просто в своих действиях. Рандом, пятый уклон, приди. Ну, я уже игру даже перезагрузил. Я уже даже игру перезагрузил. Но, кажется, толку от этого... Ноль. Третий уклон падает. Но это просто, это, ну, вот можно посидеть. Вот, ну, типа, я чувствую, что у меня седых волос на голове становится больше. Ёлки-палки, фух! Я чуть пятый уклон не проролил. Твою дивизию. А-а-а! Жесть. Так, все, три пятых уклона есть. Летим дальше. Хотя я не удивлю. Ну, ребят, поймите, если за это видео я один пятый уклон пропущу, то, ну, как бы... Вот вы такие умные, да, там в комментариях. Вот у себя, когда ролите, я более чем уверен, вы тоже можете там что-нибудь профукать и не заметить. Просто меня-то смотрят дофига людей, они замечают. Я не удивлюсь, что уже поплыл и как бы там, ну, за видос пропущу. Ай, жестко-то как, а? Дай пятый уклон. Рандом. Ну, сколько? Ну, тут как бы на барда уже потрачено самоцветов, мое почтение. Третий уклон. Серьезно? О! Он все-таки выпал. Я уже, знаешь, я уже с осторожностью смотрю. И смотрите, четвертый уклон выпал, да? Так, ну сейчас по-дорогому, сейчас 450 самоцветов, мое почтение, ладно, давай, 3, 4, так, окей, полетели. Точность зато падает, а чё бы точности не падать, а? Второй уклон. Второй... Второй, 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 давай. Зайди в магазин и выйди оттуда. Мне это часто помогает. Вот, давай, я и на базар зайду. Смотрите. Я и в эти... Во, я и в скидки зайду, я не знаю. И на склад зайду, давай. Я еще, знаешь, куда еще...
Ой, куда я еще могу зайти? Давайте, а вот, купить предметы. Вот, по всему магазину прошелся. Вот, давайте, вот даже что-то, вот что-то куплю. Вот, я даже купил, понимаете? Я не знаю уже, что делать, но чтобы оно как-то падало. Я реально не знаю, ну, то есть, ну, это жестко. Ладно, так. Барт. Снаряжение. Так, созвездие. Так, нам надо пятый уклон выбить, давай. Пожалуйста. Третий, второй. Серьезно? Ну ты серьезно? Ну ты серьезно? Ну... так, хозяин, на аккаунт не заходить. Мы записываем видео. Так. Записываю. Взламывают, взламывают. Записываю видео. Видео. Так. Будем сейчас хозяина с его аккаунта выбивать. Вот князь злой взломщик аккаунтов. Так, давай, возвращаемся к Барду. Снаряжение. Созвездие. Так. Окей, продолжаем. Продолжаем. Точность. Пятая. Так, окей. Летим дальше. Пара-па-пара-п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 а
Повезло, ребята. Крит сопротивления и пятый уклон. Допустим. Фух. Сколько мы уже потратили, ну, вот, самоцветов? Смотри. Мы собрали трех героев. Было, ну, давайте округлять. Было 250 тысяч самоцветов. Минус 165 тысяч самоцветов. Собрали мы трех героев. По 28 тысяч примерно самоцветов тратим на одного героя. Ну, вот примерно какая-то такая статистика. Но мы, ребят, на этом не останавливаемся. Барт уклон. Теперь ролим Фрей уклон. Ай, как же это жестко. Давай. Фрея с огненной защитой. Странно. Ну ладно, окей. Мое дело тонко. Мне сказали так. Фрея, уклон. Все, я ролю Фреи, уклон. Окей. Окей, друзья. Не останавливаемся. Ну, давай, полетели. Ну, такими успехами мы мало героев соберем. Господи, а сколько видео уже 43 минуты длится? Жесть какая. Так. Атака. Уклон, дай уклон. Они даже, ну, даже маленького, посмотри, точность падает, ну, как бы. Он даже маленького уровня уклон не дает. Вот просто ни в какую. Понимаешь? Просто... Вот, четвертого уровня дал уклон. Пятый уклон, приди. Уже скидка закончилась. О, пришел. Летим дальше, друзья, не останавливаемся. О! Супер удача. И точность еще пришла. Так, летим дальше, не останавливаемся. Пятый уклон. Эй. О, ты где? Две пятых точности выпало. Еще третья точность. Ну а чё нет-то? Когда да, да? Эй. Ау-у-у. Пятая точность. Пятая точность. Ясно. Окей, понятно.
у меня уже нету слов. У меня уже, наверное, пол башки седые. Летим дальше. Давай, дружище. Пятый уклон. Пятый уклон. Дай пятый уклон. Пятый уклон, приди. Пятый уклон, приди. Ну, вот реально, мне даже страшно смотреть на количество оставшихся самоцветов. Пятый уклон, приди. 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 Четвертый уклон. О! Пятый. Вот я каждый раз, когда только задумываюсь о том, чтобы перезагрузить игру, сразу же мне что-то он вроде дает. Жесть полная. Ладно, давай дальше. Продолжаем пилить наше долгое видео. Воу! Воу, да это супер удача. Ну давай посмотрим вот тут. Давай за 450. А за 450 точность падает, атака падает. Точность падает. Давай. Третье уклонение. Ну давай, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Дай пятый уклон, я уже не знаю, как умолять. Пятый уклон, приди. Второй пришел. Пятый уклон, приди. Пятый, вот сейчас он быстро дал, а на зло может не дать это. Пятый уклон, приди, порадуй князя. Спасибо, спасибо, Демон Форс, дружище, от души. Вообще, вообще на самом деле эти голосовые донаты — это вообще тема. Вот. Это прикольнее, чем когда просто озвучивает машина компьютерная. Спасибочки за поддержку. Но мы не останавливаемся, друзья. Давайте летим дальше. Ой, не сюда. Так, снаряжение. Созвездие. Так. Ой, мне еще сосед начинает барабанить. Пятый уклон, приди. Слушай, ну у меня соседи, наверное, думают, что я какой-то сектант, знаешь, там. У нас тут, знаешь, старый советский дом, ну, советской постройки панельной. Тут слышимость я шатал. Они думают, что они живут как бы с сектантом каким-то, что у них сектант, короче, за стенкой живет. Ну, прикиньте, вот если бы вы не играли в битву замков, и вы бы из соседней квартиры слышали бы, что доносится по типу: пятый уклон, приди! Пятый уклон, приди! Где мои самоцветы? Ну, это ж реально, это какое-то палево. Ну, вот. Так, ну давай, ну сколько уже можно? Часто тратится больше всего самоцветов. Пятая точность пришла, но это жесть. Ой, да ёп. Давай, давай, от греха подальше, не знаю, что делать. Перезагрузим игру. Ребятушки, кто на спонсорском стриме, напоминаю, что я пока что записываю видео. Уже видео 48 минут, офигеть видео. Но я выложу. Пускай вообще просмотров не будет, но я возьму и все равно выложу. Потому что я не знаю, как вам, но мне интересно. Потому что прям какая-то трешатня творится. Ладно, продолжаем, друзья, давай. 450 самоцветов. Пятый уклон. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, давай. Нет, не падает. Вот не хочет падать, и все. Третий уклон упал. Так, давай. Ну, давай. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Третий уклон. Ну, пятый уклон, приди. Ну, твою дивизию. По 450 самоцветов ролим. Пятый уклон. Давай. Пятый уклон. Ну, давай. Ёлки-палки. Второй уклон. Ну, что ты, где ты, а? Давай уже, ёлки-палки. Эй!
Это какая-то жесть. Это не... Ну, так... Так не должно все происходить, а GG, ну это же это свинство какое-то, ну это издевательство, просто по 450 самосветов, у-ху! И просто улетают в непонятном направлении, просто там, знаешь, такие, до свидания, аккаунт, самоцветы, все, они как перелетные птицы, улетают в теплые края, жесть полная, а тут как бы... Я радовался, что на Фрей все типа дешево. Крит удар. Да ты серьезно? Где пятый уклон? Да где? Я не знаю, давайте вот на базар зайдем. Я уже не знаю, вот сюда зайдем, в события зайдем. Я уже не знаю, что делать. Вот в подземки зайдем. На склад зашли. Вот, возьмем еще в магазин, зайдем. Вот сюда, вот. Не знаю, вот возьмем что-то купим. Давай, вот там, вот эту вот штучку купим. Давай, все. Я уже не знаю, что делать, чтобы, ну, вообще как-то что-то получилось. Я не знаю, сколько на Фрею самоцветов потрачено, но это да, это полное издевательство. Снаряжение, созвездие. 6. Ладно, давай, ни пуха, ни пера. Пятый уклон, приди. Что, Фрея будет самым дорогим героем, что ли, по созвездию? Пришел пятый уклон. О божечки. У нас остается 115 тысяч самоцветов. Так, допустим, было 250 тысяч. Мы все округляем. Минус 115 тысяч. Жесть. И это у нас какое? Это у нас, по сути, Лиса первый, Зефирик второй, Барт третий. Так, это четвертый герой. Это четвертый герой, да? 250 тысяч. Минус 115 тысяч. Вот, делить на 4 героя. Вот, на Фрею сейчас больше всего ушло самоцветов. То есть, сейчас в среднем мы тратим по 33, почти по 34 тысячи самоцветов, ребята, на роллинг созвездий, да, на одного героя, вот, чтобы по 5 созвездий поймать. Ну, как бы такое. Ладно, Фрея, далее, Ворожей уклон. Окей. Блин, мне уже надоело ролить уклон. Потом идет землеройка, который... Типа... землеройка, который попросили выбить точность. Но землеройки мы, наверное, точность не будем выбивать. А? Как вы думаете? Мы, наверное, землеройки все-таки уклон выбьем. Ладно, у нас ворожей. Ворожаю что надо? Ворожаю нужен уклон. Созвездие, да. Ворожей идет следующий в списке, ему нужен уклон. Тут как бы мы видим, что все достаточно грустно. Окей, давай. Идем до... О, у меня уже дочь садика даже пришла. А я все созвездие ролю. Господи, я думал, что это все будет намного быстрее. Так, мы должны оставить 50 тысяч. У нас в распоряжении еще 65 тысяч самоцветов. По идее, на двух героев. Так, что тогда этому землеройке? Тогда уклон землеройки ставим. Давай. Давай, уклон, пятый. Просто шок-контент, ребята. 2 пятых уклона. Уклон мне в рот. Точность в попу. Уклон. 2 пятых уклона разом выпало. О, божечки. Это что-то с чем-то. Невероятно просто. О! Еще пятый уклон выпал. Да ладно.
Ну. Давай еще уклончик. Я даже сейчас пока скидку включать не буду. Так, у нас 3 пятых уклона, окей. У нас 3 пятых уклона. Точность, как обычно, падает. Давай, 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 еще. Ну, у меня прям воодушевление. О, еще пятую. Ой, неужели у меня прям воодушевление появилось? У меня прям появилось воодушевление. Давай, вот сейчас пятый уклон. Дай быстро, пожалуйста. Это будет идеальный роллинг созвездий, да? То есть у нас тогда получится роллинг достаточно дешевый на уклон. На этом герое. Мы тогда сможем большему количеству героев подобрать созвездие. Давай, 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 давай. Давай. Эй. Эй, слушай, да? Ну давай пятый уклон. Точность пятая. Давай, 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 пятый уклон, пожалуйста, друг мой. Давай пятый уклон, приди пятый уклон. Крит удар. А, да, 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 детка. Да, я не знаю сколько, 115 оставалось. Мы где-то за 14, за 13 с половиной тысяч самоцветов выбили 5 пятых уклонов. Это рекорд, ребята. Это рекорд. А на Фрею, вот мне подсказывают, ушло 50 тысяч. Но все-таки какой-то шанс рандома удачного присутствует, друзья. Следующий у нас в списке герой — это землеройка. Ну, землеройки будем не точность ролить, а, наверное, уклон. Вот. О, да, я даже хозяину напишу. На земле, на землеройке и так точность 100%. Ролю уклон. Так, землеройка. Давайте еще раз прочтем умение землеройки, а то мало ли что. Вот. Ну, землеройка, она сама по себе должна попадать всем подряд. Слушай, а как она сейчас вообще выглядит, а? Не, ну у нее же по-любому должна быть эволюция. Землеройка, ты где? Землеройка. А, вот она. Вот она, землеройка. Снимает баф из 5 случайных героев и наносит им урон в размере 1000% от атаки. Накладывает на них молчание, уменьшает эффекты лечения. Также увеличивает уклонение героя на 40%. Герой имеет иммунитет к ослеплению, быстрое восстановление энергии. Вот. И наносит урон, от которого нельзя увернуться. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Так, ну что, ждем ответа от хозяина. А, тогда не надо роль следующего Фрэнки и Фобоса. А, ну окей, ролю тогда Фрэнки. Ролю тогда... О, сейчас мы будем точность ролить. Аллилуйя. Мы тогда вот ролим Фрэнки точность. Это уже круто. Ну, это уже круто. Что здесь? Есть точность? Нету. Вот посмотрим, вот сейчас точность выпадет быстро или нет. Потому что хозяин говорит, землеройки тогда пока ничего не роль. Роль тогда точность Фрэнки и уклон Фобосу. Допустим, полетели. Давай, 150. Вот, зато сразу пятое уклонение выпало, да? Ну, а чё нет-то, когда да? А, тут еще 10 минут, это скидка. А чё нет-то, когда да? Ну, сразу, вот как, он, наверное, знает, да, на, типа, рандом, на каких героев какие созвездия ролятся, и дает именно те, что не надо. Просто головой с моста. Так, ладно. И где точность? Третьего уровня упала только. Четвертого уровня точность. Окей. Ты же падала, как говно. Где точность? Четвертого падает.
Пятое крит сопротивление. Пятое крит сопротивление. Крит сопротивление пятое, отлично. Жизнь пятая. Крит ур... О, точность упала, ну аллилуйя. И вторая точность упала. Давай дальше. Атака. Четвертая точность. Это все не то. Крит урон. Так, атака. Точность-то где? Давай, нам нужно больше точности. О! Уп, не, она все-таки вроде падает. Все-таки вроде падает. Давай, точность пятая, приди. Пятая точность, приди. Уклонение пятое. Точность пятая, приди. Атака. Не то. Давай. Так, четвертая точность, это все не то. Атака пятая, жизнь, третья точность, это все не то. Не то, давай пятую точность. О, пятая точность, отлично. Давай за 200 самоцветов. Атака. Точность, давай пятую. Не дает. Четвертый крит. О! А, нет. Мне показалось. Давай дальше. О-о-о-о. Давай, точность. Точность. Уклонение. Ну да, чё бы нет. А чё бы нет, да? Еще одно уклонение. А почему бы и не да, да? Эй, ну ты где? Точность. Атака. Пятая атака, четвертая точность, третья. Крит, атака, крит сопротивление. Крит урон, крит сопротивление. О! Вы прикиньте, как выпало, кстати. Смотри, четвертая точность, пятая точность выпала и четвертая точность. По сути, по статам это выгоднее. Вот, чем если я сейчас... Вот, смотри, пятую точность я... Ну вот по статам это выгоднее, это получается типа пятая и третья, да, но как бы сейчас же, я говорю, вот сейчас бы так и оставили, но фишка заключается в том, что типа нужно усиливать чару, и потому важно, чтобы стояла именно пятая точность, ну и плюс я хозяина специально спрашивал, типа ролить пятых созвездий из шести, да, ролить так, все, я, мое дело простое, я как бы ролю, но раньше вот это был бы идеальный вариант, сейчас как бы видишь из-за того, что бустятся чары, но так уже не прокатят, потому ролим за 450. Да. Атака. Не то. Не то. Четвертая точность, не то. Эй! 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 Давай, пятая точность, ты где? Так, у нас самоцветов все меньше и меньше. Выпала четвертая точность. Мы уже приближаемся к логическому концу данного видео. Снова четвертая точность. Господи, ну дай ты пятую точность. Будь человеком. Ну, так же часто падало, а? Так. Эй. Эй. Точность пятая, приди. Точность пятая, приди. Эй. Эй. Ну, не порти нам статистику, четвертая точность. Пятая точность, приди. Пятая точность, приди. Ну давай, вот сейчас, приди, пятая точность. У нас самоцветов еще останется на следующего героя. Давай. Пятая точность, приди.
Пятая точность, приди. Эй! О! Аллилуйя. Так. Ну что, давайте сейчас уже подсчитывать не будем. А, так, точность выбили. Потом в конце почитаем, сколько в среднем получается на героя, да, уходит. 78 тысяч самоцветов. Из них 50 тысяч мы оставляем, потому еще можем паролить где-то примерно 28 тысяч самов. Ну, вообще, по факту меньше, где-то 26, потому что там было 252, то ли 254 тысячи самов. Потому сейчас мы... Вот. Фрэнки точность, Фобос уклон. Сейчас мы... ролим Фобосу уклон. Вот у нас Фобос, снаряжение, созвездие. Сейчас посмотрим, хватит ему 28 тысяч на уклон или нет. Фух. Ладно, полетели. Так. А может и скидку уже можно принять. Через 3 минуты. Через 3 минуты. Давай, полетели. Так, Фобос уклон. Фобос, уклон. Давай, давай, давай. Опа! Пятый уклон. Давай дальше. Эй! Пятая точность, конечно же, сейчас будет. О, еще пятый уклон. Отлично. Четвертый уклон. Давай, нам нужно больше пятых уклонов. Больше пятых уклонов. Больше пятых уклонов. Два четвертых выпало. Нам нужны пятые. О! Пока что идет все неплохо, не хочу сглазить. Атака, атака. И нам нужно больше пятых уклонов. 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 Нужно больше пятых уклонов. Ну, рандом, ну, пожалуйста, IGG. IGG. Четвертый уклон. Второй уклон. Все не то. Давай дальше. Все не так. Смотрите, две пятых точности. Вот просто изи. Две пятые точности. Взяли и выпали. А почему нет? Ну, мы можем, мы выпадаем. Ну, а чё, как бы. Ну, давай. Жесть. Давай, нужно больше пятых уклонов. Все не то. Опа! Пятый уклон. Слушай, ну, пока неплохо. Еще 20 тысяч самов есть. Давай. Опа! Опа! Слушай, ну это прям вообще огонь. Это прям вообще огонь. Вот. Что у нас по списку остается? Так. Что у нас по списку остается? По списку у нас остается. Остается. Так, Фобос уклон. Если будут еще самые, паролишь уклона культисту, Фениксу и Космо. Я бы еще в первую очередь Фениксу ролил бы. И Космо ролил бы. Но тут в списке стоит первый оккультист. Потому пошли тогда оккультисту ролить. Да. Ладно. И причем всем уклон. Причем всем уклон. Ладно, значит, оккультист так оккультист. Слушайте, ну в принципе, как бы я ни орал и не жаловался. Как... Как бы я ни орал и не жаловался. Ну, как-то все-таки выбиваются, да, созвездия героям. Кому? Подожди, оккультисту мы уже, да? А, вот оккультист. Мы ему... Ух ты, елки-палки, донат. Пятый уклон, приди. И все, ставьте лайки. Спасибо тебе большое, дружище, за 100 рублей и за... пожелание. Так, ну что, давайте попробуем быстро уклон оккультисту. Еще раз, да, порядок героев, какой мы ролим, да, и созвездие я не определяю, я следую строго по инструкции хозяина аккаунта. Мы еще можем потратить около 20 тысяч самоцветов. Давай, полетели. Ну, слушайте, ну, под конец как-то уже начало что-то падать. Меня это радует. Давай. Четвертый уклон. Я уже обрадовался, что сразу пятый выпадет. Четвертый уклон. Давай пятый.
Нам нужно больше пятых уклонов. Нам нужно больше пятых уклонов. Четвертый уклон. Нам нужно больше пятых уклонов. Четвертый уклон. Нам нужно больше пятых уклонов. О, пятый уклон. Идем дальше. Так. Нам нужно больше пятых уклонов. Нам нужно больше пятых уклонов. Давай. Кстати, скидка-то готова вообще. О, смена созвездия. Взяли, использовали скидку. Оккультист. Снаряжение, созвездие, созвездие. Так, пятый уклон. Окей, летим дальше. Летим, друзья, дальше. Опа! Еще пятый уклон. Ну, под конец хоть радует, вести начало. Четвертый, второй. Это все не то. Так, это все не то. Давай, давай, давай. Третий. Эй! Эй, ты, слушай, давай пятый уклон, а? Нам нужно больше пятых уклонов. Нам нужно больше пятых уклонов. Нам нужно больше пятых уклонов. О! Отлично. Летим дальше, ребят, не останавливаемся. Сложное для меня видео, оно уже длится 1 час и 10 минут. Ёлки-палки. Так, уклонение, уклонение. Так, летим дальше. По 160 уже. Сопротивление. Давай, нам нужно больше пятых уклонов. Сейчас бы вот за 18 тысяч здесь пятые уклоны выбить. Вместиться, и было бы классно. Но пока что не дает. Нам нужно больше пятых уклонов. Ну давай. Ну давай. Ну давай. Атака. Ну пожалуйста. Эй. Эй. Ну ты где? Ну. Пятый уклон, приди. Ну неужели удача ушла у нас прямо из-под носа? Третий уклон выпал, сука. Эй! Дружище! Ну ты чё? Давай! О, пятый уклон, отлично. Теперь ролим за 450. Осталось 14 тысяч самоцветов. Давай. Давай! Давай! Давай, пожалуйста, дай пятый уклон. И это будет прям идеально. Дай пятый уклон. Дай. Господи, сколько я за это видео сегодня сказал, дай пятый уклон. Так, а сейчас надо вот за самоцветами уже следить, потому что они могут просто в один момент закончиться. А нам надо именно 50 тысяч оставить. Давай пятый уклон. Эй. 8 тысяч самоцветов осталось. 8 тысяч самоцветов. 8 тысяч самоцветов. 6 тысяч самоцветов осталось. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Интересно, есть те люди, которые... О, да! Да! И, в принципе, было 254. Осталось 54 тысячи. Все, выбили. Так, давайте посчитаем статистику. Потратили, грубо говоря, 200 тысяч самоцветов. Выбили созвездие Полярному Лису, раз, Зефирику, 2, Барду, 3, Фрей, 4, Ворожей, 5, Фрэнки, 6, Фобос, 7 и Оккультист, 8, подожди, или 9. Или 9, еще раз, подождите, не выключайте видео, сейчас посмотрим, посчитаем статистику. Полярный Лис. Раз, Зефирик 2, Бар 3, Фрея 4, Ворожей 5, Фрэнки 6, Фобос 7, Оккультист 8. Да, 8 героев. Теперь мы потратили 200 тысяч самоцветов, делим на 8 полностью собранных героев. Итого в среднем, друзья, чтобы собрать нужное созвездие герою, нужно потратить 25 тысяч самоцветов. Но я имею в виду, это 5 пятых созвездий из 6. Ну, то есть там 6 созвездий, 5 пятых выбиваешь из 6. Вот.
В среднем 25 тысяч самов. Вот. Вот, вот такая вот ситуёвина. Ну, на самом деле, ребят, я думал, что будет все хуже. А в целом получилось неплохо. Единственное, конечно, у меня вопросы к прокачке Фрей, у меня вопросы к распределению героев, почему оккультист стоит раньше, чем Феникс и Космо. То есть Феникс и Космо остались без созвездий. Вот, я думаю, что им тоже надо обязательно паролить. Вот, но как бы... Я думал, что мы там где-то посередине списка застопоримся. Я не думал, что мы восьмерым героем сможем вот все так четенько, классно подобрать. Тютелька в тютельку. Короче, всем огромнейшее спасибо за поддержку. И кто это смотрел в прямом эфире, и кто это непосредственно смотрел уже на видео. Я не знаю, есть ли люди, кто досмотрел до конца не полторачасовое видео. Видео длится 1 час 15 минут. Короче, ребятушки, всем удачи и пока. Пишем в комментариях, если есть еще живые люди. Вот. Спасибо игроку под ником Бондаренко за то, что предоставил все это дело. Всем чаушки, ребятушки. Всех целую там. Вот. Удачи. Удачи. Еще раз удачи в роллинге созвездий и во всем остальном. Пока.